Инспекторы по традиции начали свой рейд с контроля объектов, которые уже подвергались проверке. Самое распространенное нарушение – свалки. Одна из них еще недавно располагалась здесь, напротив 19-й гимназии. Сюда начали свозить с фурами ночью мусор. И под утро, когда дети шли в школу, здесь эта контейнерная площадка превратилась в большую, огромную свалку. Инспекция выявила нарушение. В считанные дни свалку убрали, а землю разровняли. Главные союзники инспекторов – неравнодушные граждане. Именно они сообщают по телефону о правонарушениях. Мы должны все понимать, что только совместными усилиями мы можем сделать территорию наших муниципальных образований, районов и городов все чище и привлекательнее. Административная инспекция ведет свой дозор по благоустройству уже почти 5 лет. За это время специалисты обнаружили десятки тысяч правонарушений. Улучшение внешнего вида и экологии области налицо. Сергей Мирошниченко, Владимир Савеленко, Юрий Санкин. На Дону.